К сожалению, мы не смогли ее спасти. Возраст. По человеческим меркам ей было глубоко за... Сердце не выдержало наркоза. Тут все как у людей. Сочувствую. Приятного аппетита. Ну, ты разве гранула? Костенька, я поинтересовалась на форуме у профессионального диетолога. Запеченные овсяные хлопья менее полезны для желудка, чем отварные. Гранула хуже переваривается и раздражает слизистую желудка. Хорошо, пусть будет каша. Как там дела с твоим клиентом-киношником? Движется? Кинокомпания банкротится. Буду рекомендовать клиенту брать половину суммы, которую ему предлагают, и расходиться. Зачем? Мне кажется, можно получить всю сумму целиком. Нужно только успеть включиться в реестр кредиторов. Да, и неплохо бы найти других таких же, кому не заплатили то, что причитается по договорам. Чем больше будет в реестре требований от кредиторов, тем сложнее должнику уйти от ответственности. Интересно придумал. Слушай, я... Могу тебя попросить поискать этих самых кредиторов, а? Я тебе напишу название кинокомпании, а ты посмотри. Наверняка в соцсетях найдутся те, кого не еще надули. Хорошо, Костенька, я все найду. Вечером тебе расскажу о результатах. Добро. Пойду на работу. Ты вечером меня не жди. А я еще пойду на тренировку. Костенька, я тебя дождусь. Что тебе приготовить? Давай рыбу с овощами и, пожалуйста, купи хлеб с семенами чая. Будет сделано. Кстати, клиент звонит. Все, пока. Пока. Осторожно, Герда! Разлеглась здесь. Ну что, гулять пойдем? Алло. Да, мам, привет.
Можешь, пожалуйста, зайти в магазин и купить хлеб с семенами чиа? Что? Пока с Гердой гуляли, я в 4 магазина зашла, нигде не нашла. Даже пришлось в другой район ехать. Купишь с семенами чиа? Да, Костя заказал. Хорошо, хорошо! С чиа. С мухоморами ему хлеба. Да, Валентин, отлично. Хорошо, конечно, жду. Да-да. Да, дочка будет. Обязательно. Ну как же без нее? Да. Хорошо. Хорошо. Значит, жду вас сегодня в 10 вечера. Да. Да, мой дорогой, да. Как договорились. Пока. Ну, как у нас обстоят дела с ответчиками? Все в порядке. Они хотели взять половину суммы в качестве отступного, но я им отсоветовал. Кинокомпания банкротится, но мы включимся в реестр кредиторов, а значит, можем получить с них все до последней копейки. Это, конечно, придется немножко подождать, но я считаю, лучше потерпеть и получить всю сумму, чем довольствоваться подачкой. Толково. Молодец. Ну, к толковым сотрудникам у меня особый подход. На. Вот тебе новый клиент. Значит, дело обстоит так. Владелец новенького Ягуара припарковался на стоянке у торгового центра. Пока он отоваривался, на его новый Ягуар упала вывеска. Вот. Урон вроде бы небольшой, но дело в том, что и владелец Ягуара, и владелец торгового центра – люди не бедные, оба закусили у дела. Вопрос тут не в деньгах, короче говоря, а в том, кто кого нагнет. Понятно. Смотрю, владелец ТРЦ упирает на то, что владелец машины припарковался в неположенном месте. Значит, ответственность за упавший щит лежит не на нем. Хитрец. Вот. Вот, значит, твоя задача быть еще хитрее, чтобы наш клиент все-таки получил компенсацию с этого торгаша. Извините. Приложу все усилия. Придется. Все, мы закончили. Можешь ответить. Да, я уже освободился. Одну секунду. Илья Лапшин. «Стертые лица». Интересная книжка. Еще не читала, но автор мне нравится. Отличные детективы пишет. Ты знаешь, существует мнение, что женщины, которые читают детективные романы, ведут скучный образ жизни. Мам. Ну, с чего ты взяла, что у меня скучная жизнь? А что же она у тебя веселая? Вечная служанка при своем барине-муже. Господи, мама, ну сколько можно? Ну сколько можно? Да тебе хоть кол на голове тиши, ничего не меняется. А если я не хочу ничего менять? Если меня все устраивает? Я люблю мужа, он любит меня, у нас отличная семья, и мы счастливы. Хранительница очага. Господи ты, Боже ты мой. Ты же лучшая была на курсе. Ты это помнишь? Моя карьера – это дом и семья. Мама Костя считает, что женщина должна следить за домом, поддерживать порядок и растить детей. Над этим мы пока работаем. Вы чем-то расстроены? Собаку похоронил неделю назад. 13 лет у меня жила. Угу. Ну что делать, мы же все когда-нибудь умрем. Вот здесь хорошо. Но ведь здорово! То, что убийца не бывший муж главной героини, как мы все думали все это время, а знаменитый психотерапевт. Знаете, у вас маньяки очень хорошо получаются. Это просто ваш конек. А я в молодости зачитывался гуманистической фантастикой. Мы все когда-то чем-то зачитывались. Но сегодня мы издаем книги для народа. А народу сегодня маньяков подавай.
Народу нравится то, что ему впаривает маркетинговый отдел. Да ладно, я с ума лею. У массового читателя вполне определенные вкусовые предпочтения. Вот эта вот гуманистическая, прости господи, фантастика, она туда не входит. Ну, вкус же можно воспитывать. Это за ваш счет. А если за счет издательства, то, извините, мы здесь деньги зарабатываем, а не занимаемся благотворительностью. Значит, я правильно понимаю, мою рукопись под названием «Карьера» вы так и не прочитали? Зин, ну бросьте. Зачем это фантастика? Ну, заблажь, прости господи. Пишите вот эти свои покойники, полковники. Тиражи растут, авторские растут. Все довольны, все. Хорошо? Не надо смотреть на время. У меня ужин с отцом в 10. Времени еще полно. Она меня тоже с ужином ждет. А я сейчас, типа, на тренировке. Опять она. Она. Надоела уже. Кость, слушай, ну третий месяц уже тренируемся втихаря. Ты должен ей сказать. В конце концов, если у нее есть хоть капля достоинства, ну не будет она за тебя цепляться. Не только моей жене надо все рассказать. Есть еще твой папочка. Ты представляешь его реакцию, когда он узнает, что ты встречаешься с Женатиком? Да еще и с его подчиненным. Ну при чем весь подчиненный? Отец меня любит и желает мне счастья. В конце концов, пусть повысит тебя, будешь партнером. Ага. А вот по поводу Женатика, ты прав. Поэтому ты должен ей рассказать и попросить развод. Скажешь ей, я поставлю отца перед фактом. Я подумаю. Недолго. Ты должен определиться, либо ты с ней, либо со мной. Телефон не забудь, а то придется на тренировку возвращаться. Саш, давай не сегодня. Завтра работы много. Свет выключи, пожалуйста. Thank you.
Ой-ой. Пора домой, Гердуся. Побежали. Сейчас не могу говорить, я перезвоню тебе. Костенька, завтрак готов. Некогда. На работе что-нибудь перехвачу. Ты же только что из души вышел. Когда ты так быстро? Буду поздно. Пока. Что там у тебя случилось? Кость, ты где был? Я тебе вчера весь вечер звонила. Почему телефон выключен? В общем, вчера отец познакомил меня с сыном своего партнера. А после ужина сказал, что это выгодная партия. Не понимаешь. Он замуж меня хочет за него выдать. За прошлый век какой-то. Но он же не знал о нас. Теперь знает. В общем, я сейчас на тренировку. Если честно, просто я из дома сбежала. А ты готовься к разговору с отцом. Подожди, у меня вторая линия. Да, Андрей Михайлович. Я вас понял. Скоро приеду. Ну что, Константин? Есть что сказать свое оправдание? Если в этом, что я женат, то хочу вас заверить, что у нас давным-давно все идет к разводу. Да. Я эту фразу по молодости тоже часто говорил. Это не фраза, это правда. Ты думаешь, Лейка поможет тебе получить место младшего партнера? Зачем это говорить? Я вам докажу, что я достоин и вашей дочери, и новой должности. Тогда вперед. Вот выиграешь дело, автомажор против торгового центра, разведешься с женой, вот тогда поговорим. А пока руки прочь от моей дочери. Я сделаю все, как надо. Тебя цепкий парень. Разве это плохо для адвоката? Это хорошо для адвоката, это плохо для тебя. Неужели ты не понимаешь, что у него расчет? Неправда. У нас любовь. Какая любовь? Любовь — это когда равный с равным, а у тебя гормоны и дурь. Равный. Ты, значит, хочешь, чтобы я выскочила замуж за этого очкарика? А то, что мне с ним в постель ложиться, ты об этом подумал? Пустил я тебя, Лика. Пустил. Баловала много. Ты же без мамы росла. Все боялся тебе в чем-либо отказать, а надо было.
Я всего лишь хочу жить с тем, с кем хочу, а не с тем, с кем тебе выгодно. Очкарики, значит, тебе не нравится. Нравится женатые. А он не любит свою жену. И обещал с ней развестись. Может, стоило сначала подождать. Ну, раз тебе не терпится, ключи давай. Какие ключи? Как какие? От квартиры, от машины. Ты что, тачку собираешь? А ты как думала? Теперь у тебя есть мужчина. Пусть у него голова болит, где тебе жить, на чем тебе ездить. Как же вещи? Я же не могу ходить в спортивной форме. А вещи я тебе пришлю с водителем, как только ты сообщишь мне свой новый адрес. И скажи спасибо, что телефон оставляю. Забыл заключение автодилера. Ты почему мне не напомнила положить его в сумку? Ось, не волнуйся так. Я сейчас найду. Может быть, в комнате забыл. Лика, прошу, не сейчас. Костя, все в порядке. Вот оно. Нашла. Извините, я сейчас не могу говорить. Освобожусь, перезвоню. Что? Сейчас вернусь. Как это он тебя выгнал? А где ты сейчас? Вообще-то я под твоим парадным. В офисе я тебя не нашла. А мне больше некуда идти. Мне теперь даже за гостиницу заплатить нечем. Костя, ты мужик или нет? Ты же обещал ей все рассказать. Послушай, Лика, дай мне 10 минут, я что-нибудь придумаю. Костя, 5 минут. Иначе я расскажу ей все сама. Костя, у тебя все в порядке? Да с клиентом просто проблема. А, я открою. Здравствуйте. Может быть, ты меня представишь? Это Лика. Саша. Это Лика, она будет здесь жить. Что?
Саша, я тебя больше не люблю. И давно ты меня не любишь? Слушай, только это... Не надо делать вид, будто ты ничего не замечал, а? Да мы живем с тобой, как соседи. Чувства ушли, страсть угасла. Да и какая может быть страсть? Ты посмотри, во что ты превратилась. Костя, убери собаку. Я боюсь ее. Подожди здесь. Пойдем поговорим. Герда, пойдем. Это значит? Почему эта девушка здесь? Лика будет здесь жить. Я с тобой развожусь. Здесь жить? А мне куда деваться? Саш, я знаю, ты человек разумный, поэтому, пожалуйста. Давай без истерика, а? Саш. Ты пока поживи у мамы. Мы чуть позже продадим квартиру и деньги разделим пополам. Слушай, ну ты сама знаешь, какая сейчас ситуация на рынке недвижимости. Мы много потеряем. Сюда столько было вложено. Тем более моих трудом заработанных денег. Слушай, ну, мне как-то надоело торчать там в прихожей. Девушка, простите, я вашего имени не запомнила. Но вся эта ситуация не противна? А почему, собственно, она должна быть противна мне? Это же не я здесь цепляюсь за лопнувший брак. Слушай, Герду тебе придется тоже забрать. Если не гулять, не намерен. Хватит! Герда, пошли. Еще ни одна не помирала. Давай-ка. Выпей. Это вкусно, на смородине. А я предупреждала. Универсаль, конечно. Слушай, а ты ведь говорил, что купил квартиру до того, как женился? Ну да. Ну так и отлично. Ты ничего ей не должен. Кофейку сваришь? Не знаю, есть ли у меня кофе.
У тебя не знаю, а у нас должен быть обязательно. Хорошо. Я тут без тебя ничего не меняла. Ничего, поместимся, как раньше. Раньше. Раньше у нас собаки не было. А чего она так хвостом делает? Ну, она так делает обычно, когда нервничает. Конечно. Как тут не нервничать? Дюжина тряпок, планшет, ржавая машина и собака. Совсем как я. Жила-жила, ничего не нажила. Крошечная пенсия и радикулит. Без серебряницы. Держи. Да. Это что такое? Это отступные, что ли? На первое время хватит. А потом на что жить будем? На мою крошечную пенсию? Мам, ну я вообще-то юрист. Пойду работать. Господи. Все ее приданное забыла. Миску, намордник. Даже лишанку в попыхах не взяла. Ладно, не переживай. У меня пальто старое есть. Я дам как-нибудь поспит на нем. Это что еще за крокодил такой в нашем дворе? Это не крокодил, это леонбергер, такая порода. Такая огромная, без намордника. Не бойтесь, пожалуйста, все в порядке. Просто мы переехали вчера и намордник оставили в предыдущей квартире. Я сегодня все улажу, обещаю. Угу. Еще раз увижу вашего крокодила без намордника, напишу заявление участковому, так и знайте. Пройти нельзя. Слышь, тетка, собаку убери, дай пройти. Точно, тетка. Здравствуй. Привет. Забыла вещи Герба. Лежанку там, миску, ошейник, поводок. Сейчас. На, забирай. Что-то еще? Кофе будете? Мы просто с вами как-то нецивилизованно попрощались вчера. Не хочу. Да, и насчет квартиры. Держи меня в курсе. Пока-пока. Заходите, если что. А ты что, не сказала, что ты не собираешься продавать свою квартиру? Скажу. Ты бы яичницу, что ли, приготовил? Милый, я не ем яичницу. Ладно, на работе что-нибудь перехвачу. Саш. Саш. Ну что я должна сделать, чтобы тебе легче стало? Чего не надо? Я пойду суп разогрею. Я не буду. Ну, подожди-ка, ну что ж, голодом-то себя морить нельзя. Я пойду. Ой, Господи.
Герда. Герда, уйди, не до тебя сейчас. С днем рождения, мамочка. Что, тренировку отменили? Пап, зачем ты так? Я все помню. Как устроилась на новом месте или с милым Раей в шалаше? У него не шалаш. Надеюсь. Спасибо, что вещи передал. Пап, он хороший парень, правда. И я люблю его. Ты, пожалуйста, прими это как факт. Все равно ты с ним живешь. Мне остается только наблюдать, чем это все закончится. У нас все будет хорошо. Вот увидишь. Куда тебя подбросить? А может... Нет, нет, нет. И не проси. Машину не отдам. Все сами. Сами, сами, сами. Герда! Да что же это такое, а? Мам. Ой. Мам. Что случилось? Ничего не случилось. Вон Герда чуть тарелку не разбила. Ничего не случилось. Просто квартира моя слишком маленькая для такой большой собаки. Ладно. Борщ есть будете? Без сметаны. Мам, скажи, а я что, правда, плохо выгляжу? Саша. Ну, я некрасивая, да? Что ты, ты у меня самая-самая красивая. Ну, посмотри на меня. Экспертизу официальных дилеров мы получили. Там ремонт выходит в кругленькую сумму. А запись камер, свидетельство очевидцев. Все есть. Так что можем передавать исковое заявление в суд. Я бы на твоем месте подумал об альтернативной линии защиты. Вдруг что-то пойдет не так. Я в себе уверен. Как ни странно, моя дочь тоже. Думаешь, не напрасно? Победа будет за мной. Ну что ж, дерзай. Вы на собеседование? Да. Здравствуйте, я. Пойдемте. Пошли, пошли.
Лена Ивановна, да что ж ты прям на колени? А ну, поднимаемся. Тихо. Потихонечку. Ой, поясница. Так это что, ваша собака? Ой, нет. Это собака моей дочери. Ну, а что я говорю? Нельзя такой дома держать. Крокодил не собака. Хорошо, что я мимо была. А так бы кто вам помог? Спасибо вам большое. Доброго душа. Спасибо. Ну, все. Ой-ой-ой-ой. Герда, иди сюда. Простите, а дальше что? Вам перезвонят. Мам? Да. Ты дома? Дома. А что случилось? Ты заболела? Ой. Что такое? Радикулит. Боже мой. Сейчас. Герда. Ох, за соседским котом побежала. Дернула меня. Вот, видишь, последствия. Ну и что ты наделала? Давай, может, врача вызовем? Зачем мне этот врач? Что он скажет? Мази, растирки, постельный режим. Ты мне лучше расскажи, у тебя как? Да никак. У них это называется «мы вам перезвоним». Но по факту кому нужен юрист-домохозяйка с красным дипломом без опыта работы? Костику своему спасибо скажи. Домохозяйка. Давно бы уже была опытным специалистом. Соседка наша опять ополчилась. Сказала, что будет заявление в полицию писать. А что на этот раз? Герда громко лает. Весь дом не спит. Вот неправда. Иногда молотком стучат, и то громче. Ну пусть приводят участкового, разберемся. Да, Герда? Становится проблемой. Я вышла из строя. Теперь долго не могу гулять с Гердой. У тебя собеседование. И потом, к слову говоря, ей просто негде развернуться в этой маленькой квартире. И соседка на нас ополчилась. И я не знаю, нужно что-то делать. Нужно как-то решать эту проблему. Мам, я тебя услышала. Я решу эту проблему. Я по объявлению.
вы ищете нового хозяина для собаки? Да. Очень хорошо, меня Илья зовут. Ну, значит, желающих много, да? Ну, я вам так скажу. Вы у нас не первый. Тут до вас приходили, но они нам не понравились. То, что не хочется отдавать собаку, а бы кому. Ну, все-таки хочется, чтобы это были хорошие люди. Конечно. А сейчас у моей дочери сложное семейное положение. Поэтому она переехала ко мне. Ну вот. А у меня квартира маленькая. Вон собака большая. Да и гулять с ней некому. А вы от чего захотели завести собаку? Да моя Марта умерла. Она тоже Леонбергер была. Ну, как-то так. Тяжеловато все. Прям домой возвращаться неохота. Подумывал щенка завести, а тут увидел ваше объявление. Подумал, судьба. Я не верю в судьбу. Возможно, вы правы. Ну, скажем так, я знаю, как обращаться с такими собаками. А вы, простите, по профессии кто, если не секрет? Писатель. А что вы пишете? Мам, какое это имеет значение? Ну, в общем, меня всю жизнь собаки сопровождали. Я даже родился в год собаки. Да поверьте, ей хорошо у меня будет. Все условия, даже собачья площадка рядом с домом есть. Вот все, я приданная. Выгуливайте ее как минимум дважды и вычесывайте хорошенько. Да, и еще она кошек не любит, так и норовит за ними погоняться. Да уж это. Не переживайте, все будет хорошо, отучим. Все, всего хорошего. Пойдем. Пойдем, миленькая моя. Оп. До свидания. Все будет хорошо, не переживайте. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. На полке с кастрюлями есть джезвы. Джезвы — это такая штука, в которой кофе варят. Нет! Посуда в крайнем шкафчике. На средней полке. Это кто звонил? Это звонил Кость. А что это Костя тебе звонит? Хотел спросить, как кофе варят. Ты что? Бюро добрых услуг? Он тебя из дома выгнал? Вот теперь пусть сам кофе и варит. Пусть. Кофе. Алло. Спасибо, поняла. Что, опять звонит? Это по поводу собеседования. Моя кандидатура их не устроила. Скучаешь?
тебе помочь. Да, вместе скучать. Вместе веселее. Во Франции он тоже не задавал все время вопросы. Привет, я дома. Ну, почему ты тут долго? Соскучилась? Угу. Я уже думала, что у тебя ночная тренировка с кем-то другим. Ну и что за глупости, а? Чем кормить будешь, так голоден, как собака? Что ты занималась целый день? Слушай, ну у тебя плита такая странная, знаешь, греется медленно, а как раскочегарится, потом не остановишь. Он кофе убежал. Так ты продукты какие-нибудь купила? Я что, похожа на вьючную лошадь? Я должна на собственном горбу тащить без машины? Кстати, по поводу машины. Слушай, я тут с девчонками собираюсь завтра встретиться. Ты ведь дашь мне свою машину? То есть ты хочешь, чтобы я отдал тебе свою машину? А на чем буду ездить, а? Слушай, ну я ведь не навсегда прошу. И вообще, знаешь, это из-за тебя отец оставил меня без колес. Ну, Кост. Ну, Кость, ну, пожалуйста. Так, только на один день. Смотри осторожно. Спасибо, спасибо, спасибо. Что случилось? Ничего. Ну, может быть, волосы разве что смыло, подумаешь? Может, у тебя трубы старые, а? Да. Старые. Это чертов Вантус. У тебя собеседование? Нет. Хочу забрать Герду. Что? Как это забрать Герду? Я не могу без нее. Мам, у меня душа болит. Подожди, ну где же она будет у нас жить? Я поговорю с Костей. Скажу ему, пусть выставляет квартиру на продажу сейчас. Плевать, что потеряем в деньгах. Почему я должна жертвовать Гердой? А мы с тобой потом обменяемся на большую, и для всех будет место. Ладно. Чем такой траур? Иди забирай. Забирай.
Пойдем гулять. Гулять, гулять. Гулять, моя хорошая. Давай, давай, давай. Пойдем, 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 пойдем. Давай, молодец, молодец. Стой, подожди. Подожди. Да. Илья, здравствуйте. Это Саша, хозяйка Герды. Саш, признаться, я не ожидал. Вам удобно? Да. Илья, вы меня простите, но... Ага. Я хотела бы забрать Герду. В смысле забрать? Я каждый день думаю о ней, это невыносимо. Я скучаю. Но она тоже тоскует по вам. Пожалуйста, не обижайтесь, но я хотела бы приехать и забрать ее. Ну что делать, приезжайте. Хорошо, я скоро буду. Не судьба. Ну, не судьба. Не судьба. Ну, ничего. Девчонка. Езжай, куда ехать? Без сознания, нужно скорую вызвать. Да? Все, я вызываю. Давай, давай, езжай, он затор сос. Давай. Светофоре мажор какой-то сбил, но... На большой машине. Чтобы ему пусто было. У вас сотрясение мозга, вследствие чего был глубокий обморок. Ну и многочисленные ушибы по всему телу. У вас смещены позвоночные диски в верхнем отделе позвоночника. Это можно вылечить? И мы обязательно вылечим. Хорошо, вы отдыхайте, а я к вам попозже зайду. Думает, если у него машина большая, он все может делать. Гад. Ты не видела мой телефон? Не было телефона. Тебя без телефона привезли. Потеряла, наверное. Надо позвонить Илье. Объяснить, почему я не пришла. Я не помню его номер. Ничего не понимаю. Странная у тебя хозяйка. Сама же позвонила. Ну ладно, раз так, будем обедать. Так. Значит, должна все съесть. Договорились? Все. Как вкусно пахнет. Гражданка, просыпайтесь. Следователь Денисенко, я веду дело о ДТП с участием вас и гражданина Белошникова. Угу. Как вы себя чувствуете? Терпимо. Показания дать могу. Ну и хорошо. Я много времени у вас не займу. Значит так, с вашего имущества пострадал... Так, мобильный телефон. Он разбился. Да, еще машина. Судя по тому, как она выглядит, пойдет на списание.
гораздо сложнее обстоят дела с имуществом потерпевшего. Я присяду. Его автомобиль сильно пострадал. Автомобиль дорогой, вы сами понимаете, не ваша жестянка. И еще. У потерпевшего Белушникова рассечена бровь. А это уже речь... Потерпевшего? А это уже говорит о причинении вреда здоровью средней тяжести. Вы понимаете, чем это вам грозит? Подождите. Почему вы называете его потерпевшим? Так, ваш лечащий врач сказал, что вам много разговаривать нельзя. Поэтому просто подпишите ваши показания, и я оставлю вас в покое. Подпишите здесь утрочка. Не буду ничего подписывать. Я даже не читала эти показания. Почему вы называете Белошникова потерпевшим, если это я лежу в больнице с травмой позвоночника? Это что, розыгрыш? Здесь написано, что я выехала на дорогу, запрещающий сигнал светофора. Что за бред вы мне подсунули? Это же он поехал на красный свет. Я просто советую вам подписать. Иначе проблем будет гораздо больше лично у вас. Вы скажите, зачем вам эта нервотрепка? Хождение по кабинетам. Вам лечиться надо, а не воевать с системой. Как вы будете компенсировать ущерб? Ваша страховка не покроет его в полной мере. Значит, вы решили вывернуть ситуацию наизнанку и сделать во всем виноватой меня? Вот сейчас вы делаете хуже только себе. Кто кому хуже делает, это мы еще посмотрим. Заберите вашу Филькину грамоту. Доченька, привет. Я вот тут тебе... Здравствуйте. Принесла, здрасте. Это кто такой? Это следователь, мама, и он уже уходит. До свидания. Учтите, я вас предупредил. Вы мне угрожаете? Саша, ты что? Тебе вставать нельзя. Саш, куда ты? Подожди. Саша. Вам сейчас не 90-е. Думаете, если у вас есть связи, можно уйти? Так и передайте вашему Белошу. Тебе плохо? Вы в порядке? Уже лучше. Давайте-ка вы вернетесь в палату. Нет, не беспокойтесь, я дойду сама. Пойдем. Спасибо. Этот Белошников пытается повесить всю свою вину на меня. Если мне удастся доказать, что он ехал на красный свет, то он за все заплатит. Ты не волнуйся, доченька. Садись. Вот так. Мам, ты поезжай домой. Тебе тоже отдохнуть надо. Тебе из дома что-нибудь привезти? Мой планшет. Надо написать Илье, объяснить, что вообще со мной случилось и почему я так и не приехала за Гердой. И еще я бы хотела дать объявление в соцсети, что ищу свидетелей аварии. Надеюсь, кто-нибудь откликнется. Ну, конечно. Свидетели должны быть. Мир не без добрых людей. Давай ложиться. Я буду подавать встречный иск на Белошникова. И защищать себя в суде самостоятельно. Все решится в нашу пользу, даже не сомневайтесь. Вы не пожалеете, что к нам обратились. До скорой встречи.
здравствуй. Нина Ивановна, добрый день. У нас беда. Саша в больнице. Как в больнице? А что случилось? Она попала в аварию. Какой ужас. Ты поможешь? Приедешь? Ну, конечно, помогу, но не чужие люди. Да, чем смогу. 17-я больница. Конечно. Все понятно. Ну, а как ваше самочувствие в общем и целом? Честно говоря, все болит. Ну, оно и должно болеть, голубушка. Поверьте мне, было бы гораздо хуже, если бы оно не болело. Подаю ваши документы на выписку. Через несколько дней начнете курс физиотерапии. Так что, уж простите, на процедуры придется ездить. У меня для вас хорошая новость. Вами будет заниматься прекрасный физиотерапевт. Лучший в своем деле. Вот, кстати, и он. Знакомьтесь, Игорь Юрьевич. А вот это вот ваша новая пациентка. А мы уже знакомы в некотором роде. Александра. Привет. Ну, как ты? Как я? А ты что здесь делаешь? Мама тебе сказала? Она просила ее не выдавать. Ты в корсете. Надеюсь, ничего серьезного. Нина Ивановна сказала, что ты собираешься судиться с виновником аварии. Я готов помочь тебе по мере возможности. Слушай, Сашуль, тут такое дело. Мне совет... Давай помогу. Не советую ему. У меня клиент истец пытается стребовать с ответчика компенсацию за ущерб авто, на который свалилась вывеска. Но ответчик, в свою очередь, пытается оспорить иск, упирая на нарушение правил парковки. Слушай, очень нужно, чтобы истец получил хорошую компенсацию. Хотя, если честно, они с ответчиком те еще жмоты. Может, им пойти на мировую? Ты издеваешься? Отнюдь. Уладит вопрос полюбовно. А деньги на ремонт попорченного автомобиля взыщут с подрядчиков, которые монтировали вывеску. Коллективный иск с компенсацией материального и морального ущерба. Здорово придумал. Да, Костя, раз ты сам сказал, завтра меня выписывают, ты можешь меня домой отвезти? То я теперь без машины. О, конечно. Какие разговоры? Завтра в 10 утра. Да, без 5:10 я буду в больнице. Чуть не забыл. Конфет тебе купила. Я не ем шоколад теперь. Спасибо за идею, я пойду. Костя, я еще хотела тебе сказать. В общем... Давай объявление о продаже квартиры. Я не знаю, что со мной будет дальше, но деньги мне точно понадобятся. Давай объявление. Хорошо. Так что завтра клиент подпишет мировое соглашение с компенсацией и... Понятно. Повышение. Так это что получается? Ты перевел все стрелки на тех, кто повесил вывеску. Круто. Сам придумал? Ну, а кто же?
А у тебя как день прошел? Хорошо потренировался? Угу. Ну и заодно научилась открывать твою дверь. Хотя замок барахлит. Надо бы заменить. Угу. Слушай, мне бы пожевать чего-нибудь, а? Милый, для этого существует служба доставки. И где же он? Обещал быть без пяти. Я ему сейчас позвоню. Мама. Что, мама? Что, мама? На, сама говори. Костя, ну ты где, мы тебя ждем? Саш, мне сейчас не до тебя, у меня машину забрали. Лика, блин. Что он сказал? Сказал, что у него забрали машину. Машину у него забрали? Врет он все, гад. Мам, зачем ты ему вообще позвонила? Потому что я думала, что у него есть совесть, а совести у него нет. Ты не волнуйся, доченька, я сейчас такси закажу. Извините, я на машине. Может, вас подвезти? Да нет, спасибо большое, не надо. Конечно, подвезти. Спасибо. Ну, тогда пойдемте. Извините, задержался. С машиной проблемы. А где клиент? Где все? Клиент отменил встречу. Его не устроила твоя линия защиты. Так, погодите, то есть не устроила? Я же все шикарно придумал. Видишь ли, какой конфуз. Фирма-подрядчик принадлежит жене истца, нашего клиента. По итогам стороны разошлись полюбовно. Хоть наш клиент остался не в накладе, он недоволен исходом дела и твоей работой, Константин. Я же хотел как лучше. Пока говорить больше не о чем. Как сказано, каждому по трудам его. С вами? Сейчас. Спина болит? Угу. Да, уже давно. Спортом раньше занимались? Ну, как вам сказать, в юности был разряд по плаванию, а сейчас так болит, что даже скандинавской ходьбой заниматься не могу. Хронический радикулит. Угу. Так, ясно. Позвоните по этому номеру, сошлитесь на меня. Должны помочь. Они там умеют радикулит обуздать. Спасибо большое. А вас жду послезавтра на процедурах. Ну, счастливо. До свидания. Похоже, ты ему понравилась. Мам, не говори глупости. Просто хороший человек, который пожалел несчастных женщин. Интересно, чего это мы несчастные? А он очень даже симпатичный. Так что ты не будь дурой. Домой пошли. Сашенька, чай? Да. Мам, можешь помочь симку вставить? На мои объявления о поиске свидетелей ни одного отклика. Ну, ты не беспокойся.
Там же были еще машины. Значит, кто-то обязательно видел и отзовется. У этого кого-то обязательно должна быть запись с видеорегистратора. Вот тогда Белошникову не отвертеться. Дело же не только во мне. Он может еще кого-то сбить насмерть. Нет уж, пусть все будет по закону. Это кто такой настойчивый? От Кости аж 5 сообщений. Да что ему надо? Злиться. Злиться? Он на тебя еще и злится? Схема, которую я ему посоветовала, не сработала. Мне нужно в магазин пойти, купить тебе молочные продукты. Ты сама справишься? Угу. Ну все. Ну что тебе это, маленький собака? Вот, вот. Давай. Посиди. Сидите. Да, Саша. Все в порядке? Как вы себя чувствуете? А, выписали уже? Прекрасно, я вас поздравляю. А давайте мы с вами, знаете, как поступим? Я к вам подъеду. Прекрасно, договорились. Все, спасибо. До встречи. А что ж ты прыгаешь-то на меня? Ты постоянно, ты собака. Здравствуй, зятёк. Что вы здесь делаете? А я пришла тебя спросить. Тебя как, сразу убить? Или предпочитаешь помучиться? Не-не, вы же взрослый человек. Вы что, здесь скандалить намерены? Нина Ивановна, не позорьтесь, смотрите, на нас уже люди смотрят. Ты позору испугался. А я сейчас всем расскажу, как ты подло бросил свою жену. Тише, Нина Ивановна. А потом обманул ее. Больную и беспомощную. Пожалуйста. Вы зачем сюда пришли? Деньги, что ли, выпрашиваете? Костя, у тебя совести совсем нет. Выпрашивают на паперти. А ты по закону должен за полквартиры. А как же мне отдать? Мне продать вначале надо. Ну так продал бы сначала, потом бы любовницу притаскивал. Пожалуйста. Что здесь происходит? Почему мешаете работать моим сотрудникам? Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я Нина Ивановна Котова. Я теща вот этого вашего сотрудника. Бывшая теща. Нет. Штампа в паспорте о разводе нет, так что очень даже нынешняя. И у вас какое-то дело? Нина Ивановна, вы знаете, я тут подумал, вы берите все, что есть. Пожалуйста. Мне правда, мне очень жаль, что Саша попала в аварию. Я надеюсь, она скоро поправится. Угу. Знаешь, ты эти деньги себе забери. Забери. И по поводу квартиры поторопись. И Сашу перестань дергать, чтобы она не подсказывала тебе, как тебе делать свою работу. Извините, пожалуйста. Всего доброго и хорошего вам дня. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания и вам. До свидания. Простите, я ничего не смог сделать. Она...
с приветом. Алло, Костя, почему ты так долго не берешь трубку? И вообще, что у тебя с замком? Он что, ржавый, что ли? Я уже минут 5 не могу попасть домой. У тебя нет кофе, а я не могу без кофе. Поэтому я вышла в магазин, чтобы его купить. А еще я поругалась с твоим соседом, потому что он курит на лестнице. А я терпеть не могу, когда курят на лестнице. Ты можешь хоть раз сама разобраться со своими проблемами? Чего уставился? Здрасте. Здрасте, а где моя собака? Саша, я решил пока не приводить Герду. Но я хотел убедиться, что в состоянии о ней заботиться. Вот. Теперь вижу, пока не в состоянии. Какое ваше дело? Верните мне мою собаку. Я сама буду решать, в состоянии я или нет. Чаю нальете? Саш, вы поймите, я же как лучше для всех хочу. Герда очень скучает. В прошлый раз спина болела. Только у вашей мамы, а сейчас и у вас тоже. Да, я понимаю. Да вы не переживайте, я послежу за ней, поухаживаю, пока вы будете выздоравливать. Чем-то еще могу помочь? Да вы и так помогаете. Временная петля. Фантастика. Интересно? Да, я вообще детективы люблю. Это в больнице в палате кто-то оставил, начала читать, оказалось интересно. Жаль, что я как герой не могу вернуться в прошлое, чтобы все исправить. Если хотите, можете взять почитать, она все равно у меня случайно оказалась. Спасибо. Все время думаю о Герде. Скучаю. Но я понимаю, что для нее это будет стресс туда-сюда. Саш, я всегда на связи. Вы постарайтесь не нервничать. Здоровье ваше сейчас – это самое главное. Спасибо. Все, не провожайте. Я запомнил, где у вас дверь. Так и будем в молчанку играть? А я ни во что не играю. Mm. Просто я уже сомневаюсь, что ты надежный мужчина. Это все. Во как. То есть я еще и ненадежный. А ничего, что я сегодня весь день на перекладных проездил ради тебя? Знаешь, милый, машину нужно чем-то заправлять. И карточку, кстати, тоже. Вообще, если мужчина не способен обеспечить женщину, чтобы она ни в чем не нуждалась. Знаешь, ты, наверное, лучше поспи сегодня в гостиной. Лик, знаешь ли? Ну ладно тебе, не погорячились. Прости. Признаю, я виноват. Слушай, ну столько проблем навалило сейчас. Честное слово, еще с этим мыском облом. Столько работы, все как-то под хвост. Правда, это временные трудности. Я буду очень много работать, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Ладно, ты прощен.
Слушай, ну хочешь, я поговорю с отцом, чтобы он дал тебе новое дело? Не-не, я не хочу, чтобы ты просил за меня. А я хочу. Завтра же поговорю с отцом. Ну, я не подведу. Конечно. Куда ты денешься? Ты лучшее, что есть в моей жизни. Ты, пожалуйста, только не забывай об этом, ладно? Как я могу забыть? Тимати. Была авария недавно. Может быть, вы видели что-нибудь? Нет, не видели. Здравствуйте. Простите, тут авария была наверх. Здравствуйте. Может быть, вы видели, неделю назад здесь вот два автомобиля столкнулись? Здравствуйте. Извините, тут неделю назад столкновение было, авария. Если честно, очень. Не бойтесь. Вам даже не будет больно. Вот так. И вот так. Теперь можете рассказать мне о чем-нибудь, пока будет происходить воздействие. Я чувствую какую-то вибрацию. Это нормально? Это замечательно. Вы ощущаете воздействие ультразвука. Это значит, что ваша шея не потеряла чувствительность. Кстати, вы после процедуры домой? Я могу вас отвезти. Да нет, что вы, у вас же много пациентов. Нет, нет, у меня обеденный перерыв. А я все равно здесь редко обедаю, так что могу вас подбросить до дома. Простите, можно ответить? Да, да. Алло. Александра, следователь Денисенков беспокоит. По вашему делу есть новости. Можете подъехать? Что-то не так? Скажите, а вы не могли бы отвезти меня в полицию? Хотите чаю? Спасибо, нет. Зря. Знаете ли, чай, он успокаивает нервы, понижает давление. У меня все нормально с давлением. Спина вот болит. Может, перейдем сразу к делу? Вы же меня сюда не на чай позвали. Да, конечно. Ну, к делу так к делу. Как вы себя чувствуете? Хожу в корсете. Да. Неприятная штука. Вероятнее всего, долго еще восстанавливаться будете. В наше время это затратно, хлопотно. Это вы к чему? Я думаю, что гражданин Белушников мог бы оказать вам посильную помощь. Ну, допустим, оплатить процедуру в хорошей клинике. Так вот вы к чему.
Сначала запугивали, теперь подкупить пытаетесь. Зачем вы так? Не подкупить. Я стараюсь с вами говорить по-человечески. Что же вы сразу не пытались говорить по-человечески? Да вы со своим Белошниковым даже не предполагали, что я буду защищаться. Вы думали, я испугаюсь и признаю свою вину? Теперь еще решили расщедриться на оказание медицинских услуг? Так и запомните, у вас ничего не получится. А Белошников ваш и так оплатит мне операцию по закону. Для этого нужно доказать, что он виновник аварии. К тому же долгая процедура взыскания ущерба. Это все время, это нервы. Ничего страшного. Я готова пожертвовать и тем, и другим. Белошникова надо лишить прав и вообще не пускать к машине. У меня есть предположение, что он был пьян на момент управления своим транспортным средством. Знаете ли, у вас ошибочное предположение. Потому что эксперты не обнаружили в крови Белошникова следов алкоголя. В таком случае я буду оспаривать результаты экспертизы через суд. Я просто не понимаю, чего ты уперлась? Вам легче станет, если его правлюши. Но вы же и так в корсете сидите. Ну, вы же так с виду здравомыслящий человек. Вы же должны понимать, что лучше договариваться, чем воевать. В вашем положении так вообще. Знаете ли, ну, на вашем месте я бы поехал в санаторий. Полечился там. Непременно съезжу. После того, как Белошников официально компенсирует мой ущерб. Да. Значит, война. Как там в одном фильме говорилось? Вор должен сидеть в тюрьме? Так вот, Алихач должен ходить пешком. Вам меня не подкупить, так своему Белошникову передайте. Если у вас все, до свидания. Всего хорошего. Саш. Может быть, ты все-таки согласишься на его предложение? Мам, что ты говоришь? Это же унизительно. Но нам деньги очень нужны. Ты не работаешь. И потом этот корсет. Ну вот как лечиться? У нас медицина только на словах бесплатная. Если я выиграю суд, у нас будут деньги. Полная компенсация за все. А он по уголовному делу за все ответит и прав лишится. А если не выиграешь? Ну почему нет? Я же была лучшей на курсе. Боже мой. Сашенька, ты не волнуйся. Не волнуйся, я сейчас все подниму. Ты видишь, что он со мной сделал? И вот за все за это ты предлагаешь согласиться на его жалкие подачки? Ну, доченька, ну прости меня, пожалуйста. Я ведь просто хотела как лучше. Прости. Нервы сдают. Знаешь, я что думаю? Я думаю, что если ты уверена в своих силах, ты его должна засудить. Вот. А как твой радикулит? А, радикулит. Ты знаешь, прошел. Да, прошел, и следа не осталось. Ты знаешь, я сама просто в шоке. И никаких последствий. Эти врачи, что Игорь порекомендовал, они просто волшебники. Ты скажи ему, пожалуйста, от меня спасибо большое, да? Ты же увидишь его завтра? Ну вот и скажи. Ну, аппетит наладился, я смотрю. Нравится тебе у меня? Ну, хорошо. Временная петля, фантастика.
Здравствуйте. Адвокатская контора Завадского? Так. И вниз. Ой. Хорошо. Достаточно. Это было упражнение на предплечье. А можно мне побегать? Побегать вряд ли. Но можно попробовать пошагать. 100 лет спортом не занималась. Это никогда не поздно. Я, кстати, бегом в школе занималась. Даже сдала на разряд. Скорость можно увеличить? Уверена? Саш, а может быть, мы сегодня с вами сходим куда-нибудь? В рамках терапии? Ну, можно и так сказать. Если честно, я хочу пригласить вас на свидание. Свидание? А можно газку добавить? Ну. Саша. 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 Ну как? Дышать. Я могу дышать. Ну вот, посмотри, Игорь, что я предполагал. Ну что? Все плохо? Я позову вашу маму. Тут она в коридоре уже заждалась. Спасибо. Буду с вами честен. Прогнозы плохие. Смещение дисков вызывает деформацию позвоночного столба, который, в свою очередь, давит на внутренние органы. Ваши боли и затрудненное дыхание – это последствия такого давления. Саше требуется хирургическое вмешательство. И чем раньше, тем лучше. Ее нужно срочно госпитализировать? Знаете, к сожалению, не все так просто. Подобные высокотехнологичные операции проводятся по квоте. И, в свою очередь, придется ждать больше года. Что же мне делать? Остается вариант оплаты операции собственными средствами. Но это очень дорого. Да, но у нас нет денег. Мама, мы не будем делать из этого трагедию. Я готовлюсь к суду. Мы будем надеяться на лучший исход. Операцию мне оплатит виновник аварии. Я снова буду прыгать через лужи. На чем мы с вами остановились? Свидание? Да. Я зайду за вами вечером. До вечера. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Ну ты ходок. Может, можно как-нибудь ускорить ее очередь на операцию? Слушай, я хоть раз тебя просил о таком? А сейчас прошу, будь человеком. Я попробую что-нибудь сделать. Но я ничего не обещаю. Спасибо, что нашел для меня время. Хотелось бы верить, что моя дочь просто соскучилась по мне и решила повидаться. Спасибо. Но я реалист. Итак, попробую угадать. Ты устала ходить пешком? Нет. Ну, то есть, да, действительно, без машины не очень комфортно. Но я здесь не для того, чтобы выпрашивать машину. А что ж ты пришла выпрашивать? Пап, я пришла из-за Кости. Дай ему перспективное дело. Предположим, я дам ему перспективное дело, что это изменит. Как что? Все. Он с блеском выиграет процесс, и ты сам убедишься в том, что он достоин быть моим мужем и твоим зятем.
Слушай, ну как он может стать высококлассным юристом, решая вопросы домохозяек с протекшим потолком? Значит, он делегировал тебе полномочия переговорщика. Лучше бы ты просила машину. Зачем ты так? Он даже не знает, что я здесь. Серьезно? Серьезно. И не дай бог узнает. Иначе мы вообще с ним поругаемся. Перспективное дело у твоего Кости уже было. Никакого блеска он не показал. Ему просто не повезло. Ты думаешь, в следующий раз повезет? Конечно. Ты дай ему второй шанс. Он не подведет. Я подумаю. Пап, ну, пожалуйста, дай ему стоящее дело. Ты уверена, что не хочешь пообедать? Пап, ну, пожалуйста. Если у тебя все? Ну, ради меня. Здравствуйте, Саша. Замечательно выглядите. Да-да, новая помада хорошо оттеняет мой корсет. Уже решили, куда поедем? Знаю отличный ресторан. Давайте не в ресторан, я покажу дорогу. Хорошо. Авторское право – очень серьезная и сложная область. С одной стороны, непаханное поле, а с другой стороны, нынче авторов никто не уважает. Чего греха таить, я сам все книги бесплатно читаю в интернете. Тебе знаком такой писатель Илья Лапшин? Нет. Я тоже его не читал. Так вот, он обвиняет крупнейшие издательства в том, что они украли его рукопись. К сожалению, я не в курсе его отношений с издательством, но, думаю, мы сможем повернуть эту ситуацию в нашу пользу. Ее нужно повернуть. И выбить из издательства не только гонорар, но и компенсацию. Спасибо вам большое. Я вас не подведу. Последний шанс, Константин. Не упусти его. Я буду очень стараться. Вот это, наверное, наш писатель. Да-да, прошу. Здравствуйте. Добрый день. Завадский Андрей Михайлович. А это Константин, он как раз будет вести ваше дело. Прошу, присаживайтесь. Спасибо. Лапшин Илья, на вас теперь вся надежда. Вы сегодня сказали, что давно не занимались спортом. А я, кажется, целую вечность не выбирался на природу. Да. Я тоже давно не была в этом парке. Хотя в студенческие годы мы проводили здесь все свободное время. А где вы учились? На юридическом. Приходили сюда всем курсом, кормили уток булкой, которую сами потом ели. Мечтали. Лично я о том, как буду защищать честных людей от мерзавцев. И что же теперь? Теперь сама пытаюсь защитить себя от мерзавца. Но, к сожалению, он там не один. Мерзавцы всегда сбиваются в стаи. Но я думаю, Саша, не все так безнадежно. Мир меняется к лучшему, а хороших людей всегда больше, чем плохих. Не знаю насчет остальных, но вы мне кажетесь очень добрым и честным человеком. Правда? Простите. Игорь, мне нужно ехать домой. Я что-то сделал не так? Дело не в вас. Нашелся свидетель моего ДТП, у которого есть запись с видеорегистратора. Раз так, то, конечно, я вас подвезу. Это хорошая новость, Саш. Я рад за вас. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как все было? Ну, как все было?
Я им отправил рукопись своего фантастического романа на флешке. Ее отклонили. Через какое-то время я увидел, что они издали книгу неизвестного мне автора с другим названием. А сюжет в точности мой. Они даже куски текста у меня сплагиатили. Скажите, а под каким предлогом они отклонили рукопись? Ну, формат. Но для плагиата она оказалась вполне форматной. Скажите, у вас сохранилась переписка с издательством? Переписки, к сожалению, нет, но я отправил копию флешки себе, два требования. Там есть печать с датой. Отлично. Начинаю готовить досудебную претензию. Прекрасно. Ну что ж, с Богом. Лика, я дома. Все получилось. У меня новая работа. А я не сомневалась. Буду выбивать из издательства гонорар для писателя с компенсацией. Слушай, ты не проболтался отцу, что знаешь о нашей встрече? Нет, ну что ты. А то у меня, оказывается, интригантка. Чего не сделаешь ради любви? Кость, ты должен выиграть это дело. Ну, а тогда отец тебя сделает младшим партнером, и мы подадим заявление в ЗАГС. Ух ты. Что у тебя с разводом? Процесс. Ну, ты же знаешь, везде эти бюрократы. Ну, а потом мы разменяем мою и твою квартиру на одну большую. Класс? Да. Потрясающая идея. Отпразднуем? Ты все это сама приготовила, да? Ну, конечно, нет. Кстати, Кость, у меня совсем закончились наличные деньги. Еле-еле нашкребла курьер на чаевые. Ясно. Я пойду руки помою. Хорошо, что вы все-таки нашлись. Да я, собственно, не исчезал никуда. Чаю хотите? Я сейчас приготовлю. Да, с удовольствием, спасибо. Я остановился, вышел посмотреть, как вы, а мужик этот на гелике говорит, езжай, я сам все сделаю. Ну, я и поехал. Но, правда, домой добрался, сразу в полицию позвонил. Меня вызвали на следующий день, запись изъяли, и все. Больше со мной никто не связывался. Ну, правда, они там у себя в отделении не ожидали, что я копию сделаю. А вот это вы очень правильно поступили. А я таки подумал, когда сегодня наткнулся на ваше объявление. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Я сам не люблю этих блатных. Так что рад помочь. Надеюсь, еще не поздно. Вы знаете, через 3 дня у меня будет первое слушание. Могу я попросить вас выступить моим свидетелем? Вообще-то я собирался на дачу с друзьями шашлычок пожарить. Ну, чего не сделаешь ради правды? Ну, спасибо. Не за что. Пойдемте чай пить. Спасибо. Свидетель, вы утверждаете, что внедорожник господина Белошникова начал движение на запрещающий сигнал светофора. Вы ехали следом? Да, в соседней полосе. Когда загорелся зеленый, я начал движение, внедорожник уже столкнулся с легковушкой. Скажите, вы точно уверены, что внедорожник господина Белошникова начал движение на запрещающий сигнал? Возможно, вы начали движение одновременно, просто он оказался быстрее в разгоне? Протестую. На свидетеля оказывается давление. Протест отклонен. Продолжайте, свидетель. Я точно не уверен. Я, во всяком случае, ехал на зеленый. Спасибо. Вопросов больше не имею. Ваша честь. Я бы хотела в качестве доказательства предоставить вам
одну видеозапись. Вам есть что добавить? Да, Ваша честь. Дело в том, что свидетель обращался с копией данной видеозаписи в местное отделение полиции. Запись изъяли, но к делу почему-то не приобщили. Свидетель, вы подтверждаете сказанное? Да, конечно. Кроме того, мной был сделан запрос в Управление собственной безопасности в отношении следователя Денисенкова. Оказывается, он уже не раз подвергался дисциплинарным взысканиям за неправомерные действия в ходе расследования. Полагаю, налицо преступный сговор с целью оказания давления на потерпевшую и свидетеля, сокрытие улик и подтасовки фактов дела. И еще. Судебно-медицинское свидетельствование, которое прошел господин Белошников, было выполнено в частной экспертной лаборатории. А это означает, что результаты экспертизы можно признать неправомерными. Белошникова Сергея Владимировича признать виновным в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем за собой причинение тяжких телесных повреждений и материального ущерба. Это что такое? Будем подавать апелляцию. Апелляцию? Да. Я сейчас подам тебе апелляцию. Пойдем. Поздравляю вас, Саша. Ваше дело получило огласку. Я узнал о нем из поста в интернет-пабликах и не жалею, что сегодня пришел. Спасибо. А вы, простите, кто? Интересующийся. Может, вас нужно куда-нибудь подвезти? Спасибо, не нужно. У нас есть кому везти. Ну что ж, еще увидимся. Мы будем подавать. Будем, будем. Ну что, довольна? Думаешь, ты победила? У меня на счету ноль. Да, кстати, у меня официально нет никакого имущества. Так что бабло будешь ждать до старости. Саш, что этот негодяй тебе сказал? Только освободился, слава богу, успел. Ну что, куда поедем отмечать? Игорь, вы нас простите, мы с мамой очень устали. Могу я попросить вас отвезти нас домой? Пожалуйста. Да, конечно. Саш, что-то не так? Я выиграла дело. Но виновник оказался банкротом. Может быть, чтобы все было напрасно. Какую-то сумму с него можно стребовать? По закону приставы обязаны списывать деньги со счетов только при наличии. Ноль не спишешь. Хочу заранее вас обнадеживать, но есть шансы, что очередь на операцию ускорится. Господи, слава богу.
Ой, доченька, ты не переживай так. Вот продашь квартиру, сможешь оплатить операцию. Позвони Косте сегодня. Узнаю, как там дела, есть ли интерес у покупателей. Алло. Кто? Да, думаю, завтра смогу. Хорошо. До встречи. Завадский. Босс Кости. Хочет видеть меня завтра в своем офисе, говорит по поводу работы. Хорошо. Да-да. О, я же говорил, что мы с вами обязательно встретимся. Здравствуйте. Пожалуйста, Саша, проходите, присаживайтесь. Прошу. В интернете было много дискуссий. Вы, можно сказать, знаменитость. А что толку? Белошников оказался банкротом, с него по факту нечего взять. Все имущество записано на родственников, а я осталась с носом и в корсете. Все-таки толк есть. Вот взгляните. Это утренняя пресса. Вас напечатали во всех этих газетах. Ничего себе. Репутация – важная штука в современном мире, а он свою репутацию здорово подпортил. Я думаю, в ближайшее время его ждет не липовое, а настоящее банкротство. Так что это ваша победа, Саша. Хотите чая или кофе? Нет, спасибо. Вы уже успели осмотреться? Да, у вас тут очень светло и просторно. Стараюсь. Стараемся, чтобы людям было комфортно. Думаю, вам понравится у меня. Условия хорошие, плюс перспектива роста, а в результате партнерство. Вас что-то смущает? Да. Мой корсет. Лично меня это абсолютно не смущает. Когда готовы приступить? Простите. Это ваша дочь? А, да. А, это моя дочь. А вы что, где-то встречались? Я готова с завтрашнего дня приступить к работе. Отлично. Эй, пардон. Это ты? Здравствуй, Костя. Как поживаешь? Я? Нормально. А ты? В смысле, что ты здесь делаешь? Ты что, ради меня сюда пришла? У твоего босса очень красивая дочь. Молодец, Костя. Что там с нашей квартирой? Пока ничего нет покупателя. Ты, смотри, еще в корсете. Это не твое дело. Пожалуйста, завтра принеси мне текст объявления, который ты составил для продажи квартиры, и фотографии. Возможно, ты выбрал неудачные фото, и они отпугивают потенциальных покупателей. Ну что? Угулялась. Ну все, пойдем, давай сейчас домой пойдем. Пойдем, мне еще целую главу работать надо. А? Все. Нагулялась. Пойдем домой. Что? Герда, стой! Тихо, мой хороший. Тихо. Как же она, по-моему, соскучилась. Илья, я приняла решение.
Пусть Герда остается с вами. Иди сюда, собака. Разворачивайся, садись. Садись, в ногах правда нет. Саш, ну зачем вот так? Ну можно же обратиться в фонды, которые помогут собрать деньги на операцию. Не беспокойтесь за меня, Илья, все будет хорошо. Что значит не беспокойтесь? После того, что уже было, у меня совсем не чужой человек. Если так, то я вас прошу, сделайте так, чтобы Герде у вас было хорошо. Саша, вы можете всегда же приходить гулять с нами, когда угодно. Ну, как захотите, Саша. Нет, Илья, Герда теперь ваша собака. Саша. Саша. Очень подходит для офиса. Сейчас. Слушай, я представляю, какие были глаза у Костика, когда он увидел, что это ты. Да уж, он надеялся. Но я надеюсь, ты не будешь тушеваться. Пусть он удавится. Навряд ли Костя удавится. Мне кажется, что тебя что-то гложет. Это из-за Кости? А при чем тут Костя? Это... Это из-за Герды. Ну, позвони Илье. Пусть он придет к нам в гости с Гердочкой. Я уже сегодня была у них и попрощалась. Зачем же так резко? Да, в этой ситуации я им буду только мешать. Может, так и пойти? Нет, так не годится. Это вообще не одежда для свидания. Он тебе нравится? Да нормальный пиджак. Ну, при чем здесь пиджак? Игорь. Тебе нравится? Да, нравится. Просто я думаю, что вряд ли смогу в кого-нибудь влюбиться после Кости. Знаешь что? Поживем и увидим. В прошлый раз нас прервали, так что нынче я специально захватил батон. Да. Не могу отломить. Кто бы мог подумать, что даже для простых вещей в жизни нужна здоровая спина. У меня был пациент с очень тяжелыми переломами, который говорил, что для него счастье самостоятельно почесать свой нос. Да. Когда мы здоровы, мы этого не ценим. На этой неделе мне дадут ответ. Возможно ли будет выбить для вас неочередную квоту? Надеюсь, это никого не обременит. Ай! Осторожно. Осторожно. Вы все время не даете мне упасть. По-моему, это хорошо. По-моему, на том берегу утки недополучили хлеба. Так. Спасибо за вечер. Утки точно остались довольны. Не только утки. Признаться, это незаметно. Мне кажется, у меня не осталось больше сил, чтобы радоваться. Со мной сейчас скучно ходить на свидание.
Завтра созвонимся. И все-таки я найду повод вас, тебя порадовать. Я уже еду домой. Поговорим, как вернусь. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, Сашенька. Проходите, пожалуйста. Рад вас видеть. Хотите кофе, чаю? Спасибо, нет. Прежде чем вы заключите со мной трудовой договор, я должна вам кое-что сказать. Я в курсе. Я уже навел справки. Правда, поначалу я думал, что вы с Константином просто однофамильцы. По факту так и есть. Мы просто однофамильцы. Осталось уладить формальности и поставить штамп о разводе. Саша, я думаю, вы будете хорошим сотрудником. Ну, готовы познакомиться с первым делом? Здравствуйте. Извините, что вам пришлось нас подождать. Вот это Александра, наш молодой. По-моему, слишком молодой. Но очень перспективный юрист. Я думала, будет кто-то посолиднее. Не волнуйтесь. Уверяю вас, будет солиднее некуда. Удачи. Присаживайтесь. Я... развожусь с мужем. Инициатива ваша? Инициатива моя. Поступки его. Он не изменяет. Мой муж врач, и я знаю, что у него роман с его пациенткой. Я наняла частного детектива. Это доказательство его измен. Что с вами? Ничего. Но они же здесь просто гуляют. А вы хотели, чтобы они в постели лежали? Вот. Он ее берет под руку. А вот он ее обнимает. Жаль только, что лица этой профурсетки не видно. Что бы вы хотели получить по факту бракоразводного процесса? Половину имущества. Там, знаете ли, немало. Две квартиры, машина, дача. Правда, есть небольшая загвоздка. Все, что я вам только что перечислила, было у него до брака со мной. Получается, что имущество не является совместно нажитым. А надо, чтобы являлось. Вы же понимаете, что это невозможно. Это мне говорит юрист, как мне обещали, перспективный. Мой муж врач. Доведите до его сведения, что роман с пациенткой может пагубно отразиться на его карьере. Вы мне предлагаете его шантажировать? Я думала, у юристов есть более обтекаемые формулировки. Это я оставляю вам, у меня есть еще. В Америке я бы его по миру пустила. Мы не в Америке. К сожалению.
Ну, привет. Можно тебе? Значит, ты теперь у нас работаешь? Признаться, удивлен. Хорошо выглядишь. Завадский тебе уже дело дал? Вот и не переживай, он обычно к новичкам снисходителен. А вот у меня сейчас сложное дело. Один писатель судится с издательством. Они у него рукопись, сплагиатели. Я уже практически все разрулил. Они готовы мой гонорар выплатить, подписать договор задним числом. Ну, ты понимаешь, они ему с автора романа навязывают одного новомодного блогера, по чьим именем не так давно выпустили этот роман. Лапшин — это автор. Зартачился. Как ты говоришь фамилия? Лапшин. Илья Лапшин – замечательный автор. Я с удовольствием его читала, пока сидела дома и не работала. Ну, не знаю, не читал. Да, Костя. Я сегодня получила уведомление, когда явиться в суд по поводу расторжения брака. Принес мне объявление о продаже и фото нашей квартиры. Слушай, я забыл. Я на неделю сама приду, все сфотографирую, составлю рекламный текст и дам объявление во все рубрики недвижимости. Так зачем тебе так напрягаться, а? Я завтра все принесу, правда? Простите, пожалуйста, вы не подскажете? Саша, что здесь делаете? Я здесь работаю. Вернее, сегодня первый день на новом месте. Прекрасно. А может, вы знаете тогда, где Константин? Мне он очень нужен. Подождите, так вы писатель Илья Лапшин? С утра было. Боже мой, так я вас знаю давно. И ваши книги просто обожаю. Даже в общих чертах в курсе вашей тяжбы с издательством. Пойдемте, я вас провожу в переговорную. Константин скоро придет. Спасибо. Здравствуйте, Нина Ивановна. Здравствуйте. Помните меня? Да-да, помню. Вы начальник Саши и этого вашего сотрудника. А я вас видела в суде. Я еще подумала, лицо знакомое. Да, я был в суде и, кстати, хотел вас поздравить. Но вы в тот момент так оживленно с кем-то беседовали, что... А тут вы что делаете с вашими запоздалыми поздравлениями? Нина Ивановна, я бы хотел поговорить с вами о вашем бывшем зяте Константине. Но потом, если вы не против, я приглашу вас в хороший ресторан пообедать. Если вы, конечно, не торопитесь. Нет уж, в ресторан я не пойду. У меня времени нет. А про Костика я вам все расскажу. Все расскажу, как на духу. Спасибо. В таком случае, прошу вас. Конечно, им сейчас выгодно, чтобы вы пошли на мировую на их условиях. Скандал все равно обойдется дороже. Но они до меня уверяют, что никакого плагиата не было. Что, дескать, мою рукопись своровал какой-то автор-блогер. И рукопись я выкладывал по частям в интернет. Сейчас дело совершенно не в том, кто, так сказать, украл. Может, сам блогер, может, рядовой редактор, может, и главред. Факт в том, что из печати вышел сворованный текст, ваш. Вдвойне обидно. Меня они обвинили в неформате, а сами просто взяли и решили издать этого блогера. Блогеры сейчас популярнее голливудских звезд. К сожалению. Как я раньше не догадался узнать, кто вы по профессии. А я не сразу догадалась, что вы мой любимый автор. Извините, пожалуйста, я задержался. Да.
Ничего страшного. Мы с Александрой как раз побеседовали. А мне пора. Саша, очень рад был с вами пообщаться. Взаимно. Вы знакомы? Не твое дело. Приступим? Да, конечно. Мне Александра кое-что тут рассказала. В принципе, я уже готов был пойти на мировое соглашение, но мы не слишком торопимся. Я заканчиваю работу через час. Давай встретимся у офиса. Хорошо, я подъеду. Лика! А ты что здесь делаешь? Садись. Поговорим. Может быть, хотя бы поднимемся? Понятно. Кстати, о квартире. Ты знаешь, что она у него на двоих с его бывшей женой? А откуда ты это узнал? И вообще, мало ли кто что болтает. И он все узнал, откуда надо. А я проверил, запросил данные из реестра и убедился лично. Да мне плевать на эти данные. Может быть, они устарели. И вообще, если Костя сказал, что это его квартира, значит, так оно и есть. Ты все-таки попросила бы его показать тебе документы на квартиру. Ай, пап. Ты знаешь, что он бросил в беде свою бывшую жену, когда та попала в ДТП? Поначалу пообещал помочь, а потом просто слился. Но то она и бывшая. И вообще, знаешь, если всем бывшим помогать, так недолго и в трубу вылететь. А если бы ты была на ее месте? Мне пора. Привет. Можем поговорить? Я хотел тебе все рассказать, но не знал, как лучше это сделать. Зачем сразу лучше? Почему нельзя просто так? Если бы твоя жена не пришла в эту контору, я бы так и оставалась в неведении. Вообще сама виновата. Ты ни в чем не виновата. Но ведь я развожусь. Все равно наш брак с Аллой давно себя исчерпал. Да и не любила она меня никогда. Вышла замуж, потому что часики тикали, а других кандидатов не было. А теперь еще и заработать на разводе решила. Саша, я бы сам подал на развод. Просто она меня опередила. Наверное,
наверное, я не смогу заниматься этим делом. Но почему? Я как раз хочу, чтобы ты им занималась. Саш, я влюбился в тебя. С первого взгляда в больнице. Пожалуйста, поверь мне. У меня самые серьезные намерения. Игорь, прости меня. Умоляю, поверь. Ай! Аккуратнее, мне сейчас противопоказаны резкие движения. Извини. Позволь хотя бы подвести тебя. Не нужно. Саш. Извините, что отвлекаю вас, но у меня есть очень важная проблема, о которой я хотел бы поговорить. Я тебя слушаю. Это касательно нашего нового сотрудника, Александра. То есть твоей бывшей жены? В этом-то все и дело. К сожалению, я слишком хорошо ее знаю, чтобы забеспокоиться. Она дала повод для беспокойства? Да. Как бы вам так сказать? Она сегодня заигрывала с моим клиентом Лапшиным. Рассказала ему о том, что я выстроил неправильную линию защиты и вообще очернела меня за моей спиной. И вы знаете, я считаю, что это грубое нарушение корпоративной этики. И что, Лапшин решил отказаться от твоих услуг? А что вы... Нет. Тогда о чем ты волнуешься? Так я... Хотел бы вас предупредить о том, что Александра не совсем порядочный человек. А к тому же, может быть, она вообще ведет двойную игру и хочет склонить Лапшина на заведомо невыгодные условия. Скажи-ка мне, Костя, а как там поживает твой клиент из мира кино, ну, которому задолжала кинокомпания? Кинокомпания банкротится... Это процесс долгий, но мы приняли все меры и ждем. Так а что с Александрой? Я тебя услышал. Время покажет, кто есть кто. Еще вопросы? Свободен. Мам, перестань. Но не ты первая на женатике прокололась. А что, он симпатичный. Я в твоем возрасте тоже на него бы клюнула. И потом он разводится. И если ты его любишь... Я его не люблю. Мне кажется, я люблю совсем другого человека. От кого? Костика? Мама, при чем здесь Костик? А кого? Это Илья. Илья? Это новый хозяин нашей Гердочки? Угу. Ну, позвони ему, спроси, как там наша Гердочка. Мам. Ну, а что тут такого страшного? Может быть, ты ему тоже нравишься? Зачем я ему нужна? Знаешь, моя дорогая, если женщину любят, то она нужна. Вместе со всеми своими проблемами. Слишком много впечатлений на сегодня. Боюсь, я не засну. Ничего страшного. Я тебе сейчас валерьяночки накапаю. Thank you.
Нина Ивановна, здравствуйте. Это Завадский вас беспокоит. Я хотел бы все-таки пригласить вас поужинать сегодня со мной. Нет, мне сейчас не очень удобно говорить. Угу. Если можно, завтра. Хорошо. Да, и вам доброй ночи. А кто это? Это один мой знакомый. Ну, я ему помогла кое в чем. А он меня теперь в ресторан пригласил. Эти, конечно. Да. Ты права, слишком много впечатлений за один день. Я боюсь, тут валерьянкой не обойдешься. Давай-ка, знаешь, по чуть-чуть. Ты какая-то сегодня неразговорчивая. Что-то случилось? Кофе, ты должен решить вопрос с машиной. Две машины в семье – это нормально. Может быть, мне еще вторую ванну сделать? На всякий случай, вдруг ты опять первую забьешь. Между прочим, две ванны в квартире – это уже давным-давно не роскошь. А почему бы тебе действительно не сделать вторую ванну в твоей квартире? Это ведь твоя квартира, правда, Костя? Так. А зачем ты начала этот разговор? Документы покажи. Какие документы? На квартиру. Там свидетельство о собственности или что там у тебя? Слушай, что-то я не понимаю, к чему ты ведешь? Костя, покажи мне эти чертовы документы, где черным по белому написано, что это твоя квартира, твоя и ничья больше. Конечно, моя. Чего ты вообще вдруг в этом стал сомневаться? Не вели. Документы покажи. С какой стати я вообще тебе должен что-то показывать, а? Значит, не покажешь, да? Значит, тебе есть что скрывать. И я даже знаю, что. Потому что у вас эта квартира на двоих с бывшей. А при чем тут бывшая, а? Если хочешь знать, я не могу тебе показать документы, потому что у меня их нет. Как-то нет. Ну, так. Потому что я их отдал в агентство по недвижимости. Выставляю квартиру на продажу. У них такие условия, что оригинал документов должны быть у них плюс комплект ключей. Хотел сделать тебе сюрприз, но уже все. Не получится. Так ты продаешь квартиру? Ну да. Хотел, чтобы у нас были деньги. Ты же хотел поменять свою квартиру на побольше с доплатой? Ну, пожалуйста, можешь подыскивать вариант. Да, но мне отец даже ключи от моей квартиры не отдал. Ну, значит, я погорячился. Хотя я хотел, как лучше. Кость, ты прости меня, я вела себя как стерва. Прощаю. Только ты не сомневайся больше в моих словах, а? Хорошо? Никогда. Да.
я же вам говорил, этот юрист вас не подведет. Договорились. На связи. Войдите. Саша, вы вовремя, присаживайтесь. Не хотите объяснить, что вы такого сотворили? Да, я как раз хотела отказаться по личным обстоятельствам. Что вы там такого сотворили, что муж нашей клиентки Аллы согласился на все? Он дает развод и отписывает половину имущества в досудебном порядке. Наша клиентка тоже не понимает, что с ним случилось. И еще. Он сказал, что жена нашла правильного юриста. Саша, скажите, может, вы владеете какой-то тайной техникой управления людьми? Думаю, он просто решил поступить по-мужски и уйти от жены красиво. Это действительно дано не всем. Да. Так что вы там говорили про личные обстоятельства? Разрешите отлучиться на пару часов по личному делу. Вы сегодня героиня. Вам можно все. Спасибо. Эх, знал бы, что здесь утки. Взял бы хлеба. Как вы себя чувствуете? Не очень, но я все равно хотела с вами поговорить. Саш, Костя говорит, что мне нужно соглашаться на отступные от издательства. Ну, тот факт, что они готовы хоть что-то заплатить, уже хорошо. Я понимаю, деньги вам нужны, но что на другой стороне весов? Вашу рукопись изуродовали и вписали туда какую-то распиаренную бездарность. Ваша книга — это часть вашей души, и, получается, по ней будут топтаться все, кому не лень. А что прикажете делать? Для начала отказаться от мировой. Потом уже можно будет думать о новом иске и новых условиях. Костя будет очень недоволен. Главное, чтобы вы были довольны. Кстати, а Костя заказывал стилистическую экспертизу? Нет, он даже не упоминал о ней. Я вас прошу, Илья, ни на что сейчас не соглашайтесь и ничего не подписывайте. Обещаете? Обещаю. Саш, может, мы с вами кофейку треснем? Ну, в смысле, выпьем по чашечке. Спасибо, но я сейчас на работе. Должна бежать обратно в офис. Ну, мы же с вами еще увидимся. Ну, вы же знаете не только, где я живу, но и где я работаю. Знаю. До свидания. До свидания. Да. Извините. Ко мне сейчас Лапшин должен приехать, но он почему-то опаздывает. Ну, дозвониться до него не могу. Кинокомпания, с которой судится твой клиент, завершила процедуру банкротства. Поскольку ты заблаговременно не побеспокоился, чтобы клиента включили в реестр, ему теперь ничего не светит. Скажи, Костя, сколько тебе заплатила кинокомпания, чтобы ты забыл включить клиента в реестр? Наверняка меньше, чем в итоге пришлось бы выплачивать всем кредиторам. У меня для тебя две новости, Костя. Первая. Лапшин отказался от твоих услуг, он мне только что звонил. И вторая. Ты здесь больше не работаешь. Свободен. Да-да. Саша, проходите, присаживайтесь. Что-то неясно. Саша,
Писатель Илья Лапшин подает новый иск к издательству. И не только о финансовых спорах, а о защите чести и достоинства. Он хочет, чтобы именно вы защищали его в суде. Что вы думаете по поводу такого иска? Но у Лапшина уже есть адвокат. Константин сегодняшнего дня в свободном полете. Так а что вы думаете по поводу такого иска? Я думаю, что будет непросто. У нас с авторским правом настолько все плохо, что, боюсь, придется искать правду в Европейском суде по правам человека. Для начала нам нужна стилистическая экспертиза. Это нужно было сделать сразу, но почему-то этого никто не сделал. Вы, Саша, и до Европейского суда дойдете, если понадобится. Хотел бы я, чтобы моя дочь была похожа на вас. Я могу идти? Можете. Вставай. А я не слышала, что ты пришел. Я сказал, вставай. Ты чего, Костя? Костя! Ай, давай. Это что? Посуда. Посуда, да? А вот это? Что это такое? Вот это вот. А? Вот это что? Нечего сказать. Иди сюда. Костя, перестань! Сюда иди. Иди сюда. Я тебя спрашиваю, что это, а? Что это? Руки убери! Синяки оставишь. А я тебе скажу, что это Лика. Это плохая хозяйка. Это грязнуля и неумеха. Это все ты. Хочешь, чтобы в доме было чисто? Найми домработницу. Хочешь борщей? Пусть тебе их твои клуши варят. Это у них хорошо. Ты что умеешь, а? Ты только и делаешь, что просиживаешь днями на кровати, если не пропадаешь на своих тренировках. Твой папочка купил тебе диплом дорогого вуза. Так вот у меня вопрос. Зачем он тебе нужен, если ты работать все равно не собираешься? Послушай меня, дорогая. Сделай хоть что-нибудь для этого дома. Белье, например, постирай. Пока я зарабатываю для нас деньги. Кстати, с деньгами у нас теперь будут трудности. Потому что твой папочка меня уволил. Так вот в чем проблема. И как же ты теперь накосячил? Ничего я не косячил. Это моя бывшая настроила его против меня. Кость! Как называется агентство, которое продает твою квартиру? Какое еще агентство? Лик, прошу тебя, прости меня, пожалуйста. Я не понимаю, что со мной произошло. Весь день будто бы не в себе. Позвони, пожалуйста, папе. Ну, позвони, пожалуйста. Попроси его, чтобы он меня не увольнял. Слушай, у меня почти уже на мази с этим писателем. Попроси, чтобы он не увольнял меня пока. Пожалуйста. А? Привет, пап. Пап, я ухожу от Кости. Можно я приеду в нашу квартиру? Нет, спасибо, я сама доберусь. Ты что, правда уходишь? Кость, ты посмотри на себя. Ты же весь и заврался.
Папа был прав. Ну и проваливай. Ты что думаешь? Я один буду сидеть, а? А чтоб ты знала, бывшая до сих пор по мне сохнет. Не стоит только пальцем щелкнуть, она как собачонка к ноге прибежит. За вещами водителя пришлю. Ты можешь не звонить, назад все равно не пущу. Алло, Саш, я по поводу продажи нашей с тобой квартиры. Надо кое-что обсудить. Ты дома, я приеду. Нина Ивановна дома? Скоро вернется. Ну, я слушаю. Знаешь, я уже почти забыл, какая у тебя фигура классная. Я даже корсет не портит. Костя, ты зачем пришел? Да ладно тебе. Я что, не могу проведать свою жену, пускай даже и бывшую. Не поверишь, так соскучился по твоей еде. Котлетки. Ты чего злишься? Ты любила для меня готовить. Помнишь? Помню. Уходи отсюда. Зря так со мной. Правда. А я ведь не собирался всю свою жизнь быть на побегушках у Завадского. Особенно после того, как он тебя уволил. Ты подумаешь, уволил. Мне же предложили новую должность в юридическом отделе издательства. Так что... Плевал я на Завадского. А может быть, вообще свою контору открою. Адвокатское бюро «Константин и партнеры». Классно звучит. Пойдешь на меня работать? На выгодных условиях. Да не будь дурой, знаю же, что любишь тебя. Ты что, ненормальная, что ли? Ты ведь так и не выставил на продажу нашу квартиру, да? Ну, не выставил, и что? В суд на меня подай. Чё, рада? Что дело у меня отбило, а? Подстелилась под него, что ли? Да хотя кому ты нужна в своих доспехах? Ты просто бездарность, Костя. И никто, кроме тебя, в этом не виноват. Можно подумать, отличница. Если хочешь знать, я вообще на тебя женился из жалости. Вот это ты врешь. Ты на жалость не способен. Пошел вон отсюда. Еще локти кусать будешь, поняла? Ты ничтожество. Сашуня, это я. Слушай, я тебе такие новости расскажу. Ты просто не поверишь. Мам. Сашенька. Сашенька. Сашенька, что случилось? Господи, где?
Где тебе болит? У меня везде. Подожди, я сейчас скорую помощь вызову. Ну, мне надо скорую. Лучше позвони моему врачу. Кажется, мне понадобятся дополнительные ноги. Господи. Что-то, уважаемый адвокат, уважаемого ИСА, опаздывает уже на четверть часа. Сейчас будет. Зря вы, Илья, не согласились на наше первое предложение. Война – это всегда плохо. Худой мир лучше доброй ссоры. Не я развязывал эту войну. Но в ваших силах было ее прекратить. Прошу прощения, господа, за опоздание, небольшие трудности. Здрасте. Здрасте. Все в порядке? Да, ничего страшного. На сегодняшнюю встречу это никак не повлияет. Изложите ваше видение ситуации, коллега. Мы ведь здесь именно поэтому собрались, не так ли? Безусловно. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь, результаты стилистической экспертизы, которая однозначно подтверждает факт авторства моего доверителя, господина Лапшина. Проще говоря, этот документ доказывает, что Илья Лапшин – единственный неделимый автор рукописи романа «Крылья», которую вы издали под названием «Временная петля», за авторством раскрученного блогера. Иными словами, это означает, что никакой другой фамилии, кроме фамилии моего доверителя, в титулах книги стоять не может. Издательство готово заключить контракт с Ильей с задним числом, с соблюдением всех нужных условий, а также выплатить гонорар, причитающийся роялти и справедливую сумму в качестве компенсации за моральный ущерб. Боюсь, этого мало. Что? Софья, серьезно? А чего же вы еще хотите? Мы хотим, чтобы вы объявили предыдущую рукопись фальсифицированной, то есть пиратской. И на этом основании изъяли все предыдущие рукописи из розничных сетей. Да, и еще справедливая сумма компенсации. Мы должны взять тайм-аут и все обдумать. Пожалуйста. Что там, Саш? Мне плохо. Тихо. Пись. Доченька, тебе нельзя пить. Тебя экстренно прооперировали. Экстренно? Да. Потому что ты могла умереть от болевого шока. Не понимаю. Тебя тут один человек ждет. Можно ему зайти? Просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Прости, я тебя подвела. Ничего подобного. Я звонил в издательство. Они согласны на все наши условия. Ничего не говори. Да, Игорь обо всем узнал от своих коллег. Мне позвонил. Он очень беспокоится о тебе. У него сейчас операция. Он сказал, как закончит, сразу перезвонит. Мам, мы это потом обсудим. Что вы здесь делаете? Я прошу немедленно всех посторонних покинуть палату. Пациентке нужен крепкий сон. И у нее сейчас это самое лучшее лекарство. Мне кажется, я без него буду даже скучать. Удивительно. И к плохому, оказывается, привыкаешь. Ну, на самом деле он неплох. Плоха ситуация, в которой он вам понадобился. Да уж. Надеюсь, больше не понадобится. Спасибо вам большое.
Скажите, а никто не пострадал из-за того, что меня прооперировали вне очереди? Нет. А очередь на квоту тут ни при чем. А вам разве не сказали, что вас прооперировали на коммерческой основе? На коммерческой? Да. Я думала, ты знала, что твою операцию оплатила Илья. Ну, как же я могла знать? После наркоза. А что, ты теперь боишься, что он деньги обратно потребует? Конечно, нет. Просто он ни на сообщения, ни на звонки не отвечает. Я ведь толком ему спасибо не сказала. Дело молодое. Че, еще 100 раз позвонит? На, помоги мне, пожалуйста, застегнуть. Куда ты собираешься? Да. Обедаю. С другом. У тебя появился друг? Сколько всего произошло, пока я лежала в больнице? Ну, он появился давно. Просто вот другом назвать его могу только сейчас. Он, кстати, тоже хотел оплатить твою операцию. Но ее уже оплатил Илья. И кто же этот таинственный меценат? А вот и он. Алло? Да, сейчас выхожу. Угу. Приехал. Пойдем, познакомлю. Пойдем. Здравствуйте, Саша. Кстати, очень хорошо выглядите. Чувствую себя тоже прекрасно. Ну, я очень рад, что вы идете на поправку. Эту неделю еще догуливайте, а с понедельника давайте, милости прошу, уже в офис. Вас подвезти? Нет, спасибо. Полюбила ходить пешком. Тогда до скорой встречи. Кто там? Я никого не жду. А, это ты? Что тебе надо? Пей. Я сказала, выпей. Освежился? Теперь смотри и слушай внимательно. Это договор переуступки прав на долю в квартире, который ты сейчас подпишешь в мою пользу. Ты переуступаешь мне свои права и свою долю в нашей квартире. Я становлюсь единственной и неделимой владелицей. А ты с ума сошла? Все просто, Кость. Если ты сейчас не подпишешь этот договор, я пойду в полицию, где на основании зафиксированных ранее побоев на тебя откроют уголовное дело по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью». От 3 до 5 лет тебя такой сценарий устраивает? Не можешь быть такой стервой. Не можешь оставить меня без всего. Почему без всего? У тебя есть твоя любимая машина. А жить я где буду? Куда мне теперь идти? К родителям, Кость. У них, насколько я помню, 3-комнатная квартира. Хотя мне все равно, подписывай, не тяни. Отлично. Теперь 48 часов, чтобы убраться отсюда. Да, и позаботься о профессиональном клининге. Я хочу въехать в чистую квартиру. Саша. Саша,
Совсем мне не жаль. Мы же юристы, Костя. А жалость нам не товарищ. Факты. И ничего, кроме фактов. Я тебя ненавижу. Убирайся отсюда. Мошенники, Герна. Выбит твой прежний адрес. Я тебе звонила и писала. Я видел. Ты спас мне жизнь, я хотела тебя поблагодарить. Почему ты не отвечал? Я решил, что ты любишь другого человека и не хотел вам мешать. А почему ты пришел сейчас? Гильда по тебе скучает очень. Начал писать новую книгу. Героиню назвал твоим именем. А о чем твоя книга? О космосе. Я люблю.